Привет, бро, с тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты не боишься спикермена Титана. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты поставил лайк, значит, ты реально смельчак. А мы сегодня с тобой продолжим играть в замечательную игру, которая называется Toilet Fight. Ну что ж, пошли с тобой в открытый мир, посмотрим, что нам приготовила игра и с чем нам придется столкнуться. Я вижу, что сверху стоит 3 таких вот прикольных камерамена, 2, возможно, ученых, один из них директор этой всей лаборатории. У нас сверху есть какая-то пила, двигатель, пушка и еще, возможно, сзади двигатель. Нажимаем play и посмотрим, что же нам подготовила игра и с чем нам вообще придется столкнуться. Прямо сейчас мы с тобой отправляемся на секретное задание. Наша задача — уничтожить один из аванпостов скибидистов. На первом должен находиться скибиди-череп, крайне опасный босс, так как обладает смертельным кислотным ядом. Если нам удастся его победить, то мы сможем забрать первую деталь для робота, которую похитили скибидисты. То есть мы должны собрать детали для робота. Что за робот, непонятно, но я вижу уже противника спереди. 2 камерамена воюю. Давайте, ребята, я им помогу. Навожу свою пушку с машины. Давай еще бьем. Один камерамен выжил все-таки, и один погиб. Вот я вижу босса. Смотри, какой огромный. У него 800 хп, у нас 100 хп. Едем дальше. Посмотрим, как мы вообще с ним будем разбираться. Я машиной сейчас не управляю, только вожу вот пушкой. Есть еще какие-то враги? Скибидисты. Вот сзади череп. Навожусь на него. Ну, черепок, сдавайся. Смотри, по нему урон даже не проходит никак. Возможно, надо ближе подъехать. А вот уже бегут скибидисты! Блин, у меня луч какой-то слабый. Быстрее стреляй по этому скибидисту. Да вижу, что стреляю. У меня пушка еле-еле поворачивается. Нельзя как-то пушку прокачать, луч прокачать. А то я вообще нубик какой-то. Но еще бью по этому унитазу. Отстань от меня. Присосался, прицепился. Вот смотри, скибиди унитазы. Давай их я тоже буду уничтожать. Стоят там такие деловые. Надо их, мне кажется, в первую очередь вырубить, потому что они будут мне мешать. Так. Нажимаю в бок ехать. Вон он плюнул кислотой. Вовремя я, конечно же, отъехал. Давай завалю этих скибиди унитазиков маленьких. Сейчас на меня повернулся чувак, который кислотой плюется. Отстань от меня, скибидист несчастный. Быстро отворачиваюсь. Едем, едем, машина, поехали. Унитаз мне мешает, он плюется кислотой. Я уехал, вот унитаз. Мешает мне проехать, но я не могу упасть вниз. Унитазы почему-то не пропадают, я же убил их. Он туда плюнул, вот внизу еще скибидист. Давай их вырублю, а то они будут гоняться, пока что они мне урон весь и наносят. Так, поехали дальше. По боссу пока что урон не проходит, вообще ни копейки ему не нанес. Когда мне надо стрелять, не могу понять. Вот он в шею, куда-то в голову. Вот, я нашел слабое место, смотри. Прикольно, хорошо, разворачиваемся. Он слепой, потому что у него броня на голову одета, но все же. Куда ему стрелять? Вот только что чуть-чуть прошло. Куда-то под нижнюю челюсть, видишь? Всего лишь 100 хп снес. Мне это не нравится. Я так буду долго ездить. Так, машина, разворачивайся сразу. Поехали, потому что он уже хочет плюнуть кислотой. Я не знаю, что он кушал, что он плюется кислотой. Может быть, камераменов поел. Ну, давай, машина, разворачивайся, потому что плюется он уже. Куда мне наводиться? Вот вижу, проходит хорошо, ну давай. Блин, хотя бы сотню хотел снять. Отстань от меня. Смотри, смотрит на меня. Что я тебе плохого сделал? Я просто хочу тебя убить, ничего такого. Давай, 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 заходит урон, хорошо. Да, снова повернулся. Так, валим отсюда. Машина, пожалуйста, не упади. Ну, еще едем, а то я вижу, он хочет плеваться. Куда он плюется? В ту сторону, ну, стоим. Бьем, бьем, давай, давай, давай под броню. То есть спереди почему-то урон не заходит, только в шею может заходить. Так я только 300 снес хп, я так буду долго ездить, ё-моё. Чувак, отстань от меня. Всего лишь ничего осталось, дважды по нему нанести урон, но самое главное здесь постоянно двигаться, потому что он начинает стрелять кислотой.
Пока он стреляет, я могу бить ему в заднюю часть черепа, даже в боковую. Вот заходит урон. Еще разочек, я его завалю, я думаю. Так, поехали, чувак. Машина быстро разворачивается, сейчас начнет плеваться. Ай, кислота летит. Вот, бью. Ну давай еще чуть-чуть. Но! 9 хп осталось, так нечестно. Я хочу уже его добить. Он забрал часть моего будущего робота. Или что вообще за часть робота? Вот кислота летит. Немножко нанес мне даже урона. Молодец, да, его завалил. Забираем деталь и возвращаемся на базу. Я молодец. Ха-ха-ха. Я забрал деталь или нет? Я как-то не обратил внимания. И детали тоже не вижу. То есть она добавилась куда-то. Надо было не моргать. Возможно, я моргнул и все. Завалили первого босса. Не такой он уже сложный был. Мне больше урона нанесли эти маленькие скибиди-унитазики. А там я уже понял, в принципе, алгоритм. Стреляешь, пока заходит урон. Как только урон прекращает заходить в него, значит все. А вот они бегут, смотри, прямо на меня из-за угла. Это что за засада спереди, такая? Стреляй. Да какой спереди, он сзади. Стреляй по унитазу. Да я стреляю, я же не просто так-то еду. Скибидист. Скибиди-туалет. Отстань от меня. Возможно, еще в будущем будут засады. Пока что у нас есть 60 хп. И я надеюсь, что этого достаточно для того, чтобы доехать до базы. Вот углы. Сейчас как выбежит кто-то. Ну, пока что никого нету. Слева нормально, справа. Вот еще угол вижу. Снова камерамены здесь ходят. Они уже вдвоем. Они целы. Привет, дружище! И там два камерамена, красавчики. Они воскресли. Нормально. Они просто притворились мертвыми. Я завалил этих скибидистов. Они отдыхали, ребята. Ну что ж, мы едем на базу. Надеюсь, что я взял эту деталь, а то как-то я ее не увидел. Или невнимательно смотрел, или как-то непонятно все произошло быстро. Так, где наша база? Вот она спрятана. Явно скибидисты про нее не знают. Вот, гараж. Отлично, мы заработали 2000 чипов. Деталь, которую мы с тобой вернули у скибидистов, установлена на робота. Надо еще найти 4 детали, чтобы робот был собран. То есть, в принципе, мы детали установили. Я вижу, что здесь можно что-то покупать. Смотри, вот пушка стоит 4000 чипов. Пила недоступна или она не куплена? Это тоже ничего не куплено. Ну, давай мы, наверное, прокачаем что-то, жмякаю. Это броня. Возможно, я привез одну деталь, и потому мне всего лишь одна деталь и доступна. Хотя она была доступна и ранее. Ну, ладно, нажимаем play, поехали. Надеюсь, что моя пушка сильнее дамажит, а то она нубская какая-то. Ты хорошо справился в прошлый раз, и мы смогли одолеть босса, но сейчас задание не менее опасней. Нам нужно с тобой зачистить один из центральных аванпостов города. Будь крайне осторожен, так как в этих местах сотни опасных туалетов, которые с легкостью нас убьют. По данным от нашей разведки, на этом аванпосте находится новая разработка скибидист ванна, поэтому нельзя расслабляться. Скибиди ванна? Надеюсь, что камерамены тут все расчистили. Камераменчики. Так вперед, со мной побежали. Что вы машете? Я вас поздравляю. Возможно, это охранники базы. Нас предупредили, что скибидисты повсюду, и нам надо их остерегаться. Но мне страшно. Конечно же. О, это что вообще такое? Кого валить? Я не знаю, кого валить. Бью самого большого. Давай, да быстрее стреляй. Я стреляю, насколько это возможно. Какой спереди? Он сзади, а не впереди. Бью по самому большому. Пока что они урон не наносят. А наносят, они гонятся все-таки. Смотри, урон уходит. Да стреляю я, вот они еще. Капец, сколько их. Так, я ж броню-то купил. Да я вижу, что сломают. Так они сейчас сломают, я не успею доехать до босса. Капец, ну как-то сложновато, я до босса не доехал, у меня уже почти половина хп. Поехали куда-то, я не знаю, куда я еду, я даже не знаю, что спереди, я просто вот еду, надо этих завалить. Это что такое, кто по мне стреляет? Поехали, поехали быстрее. А, вот, скибиди ванная. Да подождите, ребята, дайте я с этим разберусь. Вот противник, это босс. Я даже не видел босса, у меня эти маленькие паразиты вообще напали.
Так, давай в эту голову вот, у которой меньше. Полетели ракеты, сваливаем, сваливаем! Но, жмякаю, жмякаю. Да не надо ехать туда, там же ракеты полетели вроде бы. Блин, ракеты прям по мне попадают. Минус одна голова, надо головы минусовать. Куда полетели ракеты, я не могу понять. Как-то криво управляем, почему я не могу ездить по всей территории? Только в сторону. Вот последний остался. Ты какой-то дракон. Так, на мне попала ракета? Да, давай сваливаем. Надо еще следить. Ну, пушка медленно поворачивается. Голова, скибиди-ванна. Что, снова я? Ну, неудобно, конечно, и ездить на ходу, стрелять. Сложновастенько так-то. Попадет, конечно, попадет. Сваливать надо. У меня 24 хп. Я не знаю, даже если я победю босса, смогу ли я с этим хп доехать до базы. Блин, ракеты! Скибиди-ванна, новая разработка. Теперь все, завалил. Точно не опасен. Сейчас, конечно, не опасен. Едем обратно на базу. Деталь, а вот деталь. Да, я в этот раз увидел победить. Деталь. Молодец. Забираем деталь. Я молодец, меня похвалили. Этот скибидист выглядел очень устрашающе. Хорошо, что ты справился. Согласен. Я чуть не обосрался. Мне так страшно было. Но если честно, эти мелкие паразиты, они больше мне нанесли урона, чем скибиди-ванна. Какие хорошие унитазы, смотри, белоснежные. Какая качественная керамика. Где их производят? Поехали на завод, их поломаем там на месте. Так, еду на базу, пока что не вижу противника. Надеюсь, он не выскочит, потому что у меня всего лишь 24 хп. Поехали той дорогой, где никого нету, потому что здесь же кто-то выскочить может. Так, смотрим. Слева нету, справа. А вот что-то побежало. Ты кто такой? О, это кто такой бегает? А, я его когда-то валил при прохождении. Ну, отстань стреляй, от меня, у меня мало хп. Да стреляю. Где унитаз? Так это человек, который застрял в унитазе. Мне его жалко. Может, я его спасти должен, а не убивать? Ну, я его не убил, я его просто усыпил. Он спит. Ой, он просто устал. Отлично, я на базе. Я спасен. 24 хп. Выжили. У нас база вообще беспалевная такая. Забираю 2000 чипов. Для следующей миссии тебе нужно установить модификацию. У нас есть нога робота. Что за модификацию? Пила? Ага, нам все дают по очереди. У нас нет права выбора. Ну, хоть чипы у нас есть, и на этом хорошо. О, надеюсь, я буду спилить этих скибиди-унитазов, но мне кажется, что эта пила должна быть сзади, а не спереди. Нажимаю play. По одной детали сегодня за босса. Особый день. Прямо сейчас идет особый война день в центральной части города. И по моей информации, недалеко от этой базы появилась новая разработка скибиди-ученого. Это скибидист нечто. Он обладает несколькими головами, поэтому бой обещает быть непростым. Будь готов к любому повороту событий. Да я вообще готов, надо этих завалить. Но, пушка! Одного добил все-таки, все хорошо. А вот что-то огромное пробежало, я вижу 300 хп у него. Ох ты, чувак! Да я стреляю как бы, чувак. Да стреляю, а он мне урон наносит? Он застрял! Да стреляю, все хорошо. Чувак, отстань от меня, зачем я пилу наперед подцепил? Блин, что-то лагнуло. Вот он бежит, отстань от меня, скибидист. Вантус мне в толчок, но ты можешь стрелять. Вантус тебя в толчок. Хорошо, хоть не в толчок. А, вот он, ё-моё! Ой, какой ты симпатяшка. А что ты будешь делать? Давай буду ездить. А он кусается, жестко кусается. Поехали, буду вилять. Туда-сюда ездить, ага. Сейчас сюда будут кусать. Отстань от меня, скибидист! Многоголовый, ты как будто Кощей. А, я попал под его укус, к сожалению. Ну, нормально, по нему урон проходит. Надеюсь, что у него урон раньше закончится, чем у меня. Так, промазал. А-а-а, мазила ты, мазила! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нельзя его пилой подпилить? Я что, даром вот это пилу ставил? Кибиди, доп-доп, есть, кибиди. Так, у нас три точки, куда ехать. Но он на меня смотрит! Укусил. Привет, чувак, как дела? Ты хочешь меня укусить? Ты нубик! На!
последний удар. Тебе удалось его победить. Молодец. Забираем деталь и едем на базу. Я молодец. Деталь забрал. Этот скибидист выглядел очень устрашающе. Хорошо, да не что очень. Ты справился. Он вообще был не опасен, а вот этого вот испугался. Он такой был с пилой. Я думал, сейчас он меня напополам распилит. Это дракоша не очень был опасен. Паучок. Но я думаю, что по дороге еще кто-то может быть. Надо осматриваться. У меня 120 хп. А также, бро, если ты играл в эту игру, напиши, какой самый сложный босс для тебя здесь был в игре. Именно в открытом мире. Мне кажется, кислотник. Он самый такой напряжный. А, мы с легкостью доехали. Интересно, что будет за последний босс сейчас у нас? Забираем 2000 чипов. Для следующей миссии тебе нужно установить модификацию. Есть еще одна нога робота. Это что такое за штука непонятная? Это жопа какая-то. А это пушка? Надеюсь, у меня будет два луча, потому что один луч это тупо. Помнишь, я говорил тебе, что в центральной части города шла война? По результатам боев нам пришлось бежать, так как появился скибиди-гигант с мечами. Наша задача сейчас — уничтожить его и забрать одну из ключевых деталей для сборки робота. Но будь осторожен, его удары крайне сильны и могут с легкостью разрубить на две части наш автомобиль. Главное, вы сбежали, а я должен тут работать. Типа, у кого машина, тут и работает. Ну да ладно, давай посмотрим. А вот он снова. Да вижу скибидист. А, у меня два луча. Хорошо. Выжигатель мозгов я. Две пушки просто суперски. Но дело в том, что у меня 160 хп с 200. Мне это не нравится. Так кто здесь? Выходите. Скибиди унитазики. Покажитесь. Или лучше не надо, не показывайтесь. Какой-то подъем. Я в этой части города еще не был. По углам никого нет. А то сейчас переулка как выскочит какая-то толпа маленьких скибиди унитазиков. Так, налево, направо. Нам сказали, что с мечами здесь где-то бегает скибиди унитаз. А вот огромная площадь, все понятно, где он. Конечно же, на площади. У-у-у, привет, я вас вижу. Привет! Вот они. Так, мне надо по ним попасть. Как-то их надо завалить. Так какой впереди? Он везде. Ну, пушка, пили. Я ж пилу поставил. Зачем? Чтобы пилить. Да стреляй я по нему. Я вижу, что они увидели. И они знают, что я их вижу. Ну, это никак мне не помогает. Вот мост. У меня 148 хп. Они сильно, они с меня хп сняли. И это хорошо. Как раз надеюсь, что мне на босса хватит. Справа, слева никого нету. Сверху никто не прыгает, хорошо. Вот какая-то огромная площадь. Конечно, здесь босс. Вот он! Я сразу начинаю валить. У него 3000 хп. Так это самурай какой-то. 4 катаны у него. Офигеть, что мне делать? Я не хочу на него ехать. Можно обратно домой? Давай, давай в сторону, я нажимаю в сторону, ну я же нажимаю в сторонку. Промазал, да, типа? В сторону, еще поехали, какой же он страшный и ужасный. Пошли в сторону, а то, возможно, он меня сможет с удара завалить. Я даже не хочу испытывать его мечи. Но, капец какой-то паучара, ну еще прыгает. Так, сейчас на меня будет поворачиваться. На меня смотрит, так нечестно, сейчас прыгнет. Так, промазал. У него еще 50% хп. Ты их босс? Босс-молокосос. Есть такой мультфильм. Это скибиди-босс. Но он реально опасен. Смотрит на нас! Нет! Наносим урон. Хорошо. Два луча просто суперски здесь справляются с противником. Но 3000 хп, он реально самый крутой. Ай-яй-яй, я чуть под мечи не подъехал. Давай, жарим, отъезжаю, отъезжаю! Ну! О, офигеть, он меня с удара завалил! Я почти его уничтожил. Еще чуть-чуть осталось, еще чуть-чуть, ну! Еще 300 хп у босса! Главное, чтобы он сейчас не попал по мне, а то с удара завалит. Ну все, чувак, я тебя сейчас добью. Ну, наверное, не добью. Давай, в левую сторону быстро еду. Влево.
Точнее, вправо. Нет, чуть под мечи не попал. Очень устрашающе. Фух. Хорошо, что ты справился. Да справился я. Бро, напиши в комментариях, с какого раза ты справился с этим скибиди-унитазом боссом. Дело в том, что я с третьего раза. Второй раз я прям под мечи подлез, как и первый. У меня много хп. Кстати, я сюда ехал какими-то другими путями вообще. Через переулок. Большого скибиди-унитаза трехголового я завалил и одного мелкого. Остальные мелкие даже на меня не нападали. Он не сложный был, этот босс, но я не всегда понимал, куда он будет прыгать. Вот в чем проблема. Да я вижу, что сейчас они захавают меня, ну. Да стреляю я, стреляю. Минус один, второй. А вот они еще. Блин, да сколько вас еще будет? Почему пила не работает? Бью по ним. Я не знаю, что там впереди, я стреляю назад. Давай, надо минусовать. Посмотри, какие они вообще крутые. Дело в том, что этот босс, он дамажил сразу конкретно, насмерть. И хп у меня осталось. Машина, ты чё туда-сюда ездишь? Едь уже на базу. Она выбирает какой-то путь. У меня 156 хп. Надеюсь, что противника дальше не будет. А если будет, то я его одолею. Потому что я воблер. Я уничтожитель скибиди-туалетов. Скибидистов. Вот моя база, где-то рядышком. Камерамена вообще на пути нету. Возможно, их скибиди-унитазы уже сожрали. А почему мы здесь не видели скибиди-писсуара? Забираем 2000 чипов. Для следующей миссии тебе нужно установить модификацию. Я понял. Вот наша модификация. Стоит 5500 чипов. Спойлер, кстати. Так как мы ездим еле-еле, я думаю, что этот спойлер даже не нужен. Идем дальше. Сейчас мы отправимся в последнее задание. Последнее? Нам нужно забрать корпус для робота. Он сейчас сломает нашу машину. Так, откуда? Они уже на базе ждали нас. Это засада прям. Только выехал, ребята. Да вижу, он не только спереди, но и сзади. Четвером они стояли. Вот засаду сделали. Они меня внюхали. Я, наверное, после этого босса немножко шептунов напускал здесь, вы поняли? О, и они меня внюхали по дороге. Да я вижу, что они меня увидели, я их тоже увидел, вон в глаз ему стреляю. Отстань, я вас ослеплю, будьте слепыми здесь бегать. Уничтожил, у меня осталось 184 хп. Вот часть робота! Основная, я ее заберу быстро и убегу. Ну, бежим отсюда. Или сейчас кто-то выскочит. Откуда оно? Вот он! Офигеть! Да стреляю я как бы. Я в шоке. Он будет меня преследовать по воздуху? Капец, босс. Где он? Где он? Да он не слева. А, слева. Он просто появился где-то слева за зданием, сразу меня завалил. Они меня увидели, я их увидел. Это очень интересно. Только вот как босса победители, я вообще не понимаю. Он из-за угла меня просто головой взял и укусил. Я взял корпус робота, это была засада вообще. Ну, я по нему стреляю. Он потом с левой стороны где-то появляется, вот тут вот. А как мне тормознуть или что мне сделать? Вот я стреляю. А, мне надо стрелять, чтобы он головой не махал. Если я его не вижу, значит все. Надо запоминать все места, откуда он появляется. Вот он, вот он. Я стреляю по нему. Ну, я навелся. В чем причина? Он только пугает меня. Вот-вот-вот, головой. Раз. Я ему очки сбил. Стреляя по очкам. Вон жопа его торчала, я видел. Держись, я знаю короткий путь до базы. Отлично, что ты знаешь, только показывай быстрее. Я ему очки снес. На тебе в глаза. У него хп есть? А, по голове бить? То есть мне надо его отвлекать своими лучами. А, все, доехали. Да вроде бы и не сложно. Но почему тогда меня так с легкостью завалили? Поздравляю, ты собрал робота и теперь можешь исследовать город самостоятельно. Удачи! Это, конечно, круто, что у меня есть робот. Только вот этого босса я же не завалил. Его же убить как-то надо или не надо его убивать? Эй, а что тут вообще происходит? Что тут? Ой, какой я маленький! Это надо джетпак включать. А вот джетпак полетел. Так я на джетпак кнопку не забиндил. Толку мне от этого джетпака? У меня кнопки нету!
Так, давай я буду убивать, что ли, но... Я бегаю. А как стрелять по ним? Пушка не стреляет сама? Я не понимаю, как мне ходить тут. Так, давай я взлечу тогда. Что тут происходит? Вот он, смотри! Камерамен Титан! Вот спикермен большой! А где тот босс? А, все, у меня закончилось топливо! А, тыщ! А, смотри, меня пилит, пилит, чувак! Ай-яй-яй-яй, отстань от меня! Я убежал. А как по нему стрелять? Я же стрелять не могу. Так, я нажимаю, чтобы улететь. Круто, что робот летает, конечно. Только почему у меня лучей лазера нету? Ну, снова я взлетаю. Так, я с этим еще не разобрался. Я могу на крышу сесть. Ну, давай на крышу сядем. Вот я приземляюсь. Почему я не мог стрелять? Не совсем понятно. Смотри, сколько здесь всяких монстров бегает. С ними надо будет разобраться. А, я могу драться вот как-то, смотри. Он сам дерется, робот, получается. Мне надо стоять рядышком. Я чипы могу здесь фармить, смотри. Я убил чувака 100 чипов, ничего себе, круто. А что с ХП, оно восстанавливается или нет? Да, оно восстанавливается. То есть получается, что наш робот, он самостоятельно здесь как-то воюет. Вот, смотри, ого, пришел, ну бей, бей, робот. Гаси его, гаси. Сколько же за него чипов дадут, мне интересно. Они втроем меня гасят. Так, 500 чипов? Сзади еще за жопу кто-то кусает. Отстань ты, скибиди унитазик. Все, завалили его. Давай попробуем взлететь, посмотреть, что тут вообще происходит. Есть какие-то еще большие боссы или кто-нибудь? Мне надо на крыше сесть. Так, на крыше сажусь. Ого, здесь ТВ-мен Титан. Это реально такие большие монстры? Просто я же в этой вселенной, ребята, не шарю. Такие большие и есть? Напишите в комментариях или нет. Я вижу, колонки летают. Вот скибиди унитаз. Вот еще паук этот лазит. Полетели. Вот этот самый страшный, мне кажется, скибиди унитаз. Он, видишь, бегает такой, ну. Так, дерусь я. 100 чипов есть, еще 100 чипов. Сзади. Буду здесь на мосту их валить. Я победитель всех скибиди-боссов. Вы для меня тоже нубики. Так, этот чувак на что способен? Смотри, валим его, валим. Меня окружили! Паук сзади тоже бьет, но я попробую первого завалить. Улетаем, улетаем, быстро! Офигеть, чуть не слился я. Сейчас, надеюсь, у меня ХП восстановится в воздухе. Или оно в воздухе не восстанавливается? Восстанавливается. И я падаю вниз. ХП, пожалуйста, восстановись полностью. Да, ну привет. Сейчас я добью тебя. И за тебя получу 500 чипов. Или сколько там чипов? Так, у меня все зарядилось. Ну-ну-ну. Да, 500 чипов получил. Взлетаю, чтобы ХП восстановилось. Прикольно. Здесь чипы круто фармить. Но для этого, конечно, надо пройти всех боссов и еще... До 175 уровня. А чтобы дойти нормально до 175 уровня, надо 30 тысяч чипов и купить, конечно же, ТВ-вумен и камера-вумен. Вот тоже паук. Привет, как дела? Сейчас мы тебя завалим. Интересно, я смогу сесть на плечо этому огромному спикермену или нет? У меня двигателя не хватит, чувствую. Там я завалил, вот колонки летают. А-а-а, падаю вниз! Сейчас прям на крышу склада. Ты еще приземлился. Набирается у нас. Джетпак заряжается. У него просто батарейки садятся. А ну, возможно, я не смогу долететь до этих. Да, тут закрыто все. Не могу. А, да, закрыто, видишь. Ой, а что это такое? Конец карты? А я могу конец карты? Я упал за карту, за текстуры! Пока, прощайте. Я улетаю с этой карты. В другое какое-то обновление. Ну что ж, бро, с тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие ролики. И скоро увидимся. Пока.